дорогие мои друзья, коллеги и ученики! Сегодня замечательный день, 30 декабря, и сегодня мой проект «Танцуй, чтобы жить» на улице меня пока в данном случае добрался аж до ворот русской Арктики. Я нахожусь в Мурманске и нахожусь не только с целью встретить свой день рождения, встретить Новый год, но и записать для вас замечательные демонстрационные материалы для программ, которые вы потом сможете использовать с пользой для себя. Все для вас, мои дорогие, с наступающими вас праздниками! Северный ледовитый океан. Слушайте, они какие-то изо льда, что ли, наполовину камни, наполовину лед. Девчата, по маленькой, бум немного пьяненький, пусть она сладеет мужики.